В Ненецком округе продолжается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Первый этап уже прошли более 1500 граждан из Нарьян-Мара и Заполярного района. На этой неделе прививку поставили жителям Нижней Пёши и Неси. Алина Выучийская продолжит тему. В коридорах Ненецкой участковой больницы в день вакцинации выстроилось три очереди. Первая – для проведения тестирования на наличие антител к коронавирусной инфекции. Это начальный и обязательный этап. Делаем пока работникам ЖКУ, детский сад, школа, медики и торговля. То есть те люди, которые больше взяли? Да, естественно, да. Пока только тем, кто работает с населением. Жалоб нет никаких? Нет. Если у пациента не обнаружили антител COVID-19, он отправляется в кабинет фельдшера. Здесь проводится осмотр. Проверяют тщательно, начиная от температуры и заканчивая пульсоксиметрией. Это измерение уровня кислорода в крови. Также медик собирает анамнез. Смотрим, болели ли они сейчас, в ближайшее время, ОРВИ, ОРЗ, респираторные заболевания, какие хронические заболевания, сердечно-сосудистые, легкие. Вот. И были в контакте. Видно, потому что у нас была вспышка, сейчас пока вроде более-менее нормализовалась. В случае, если нет никаких противопоказаний к вакцинации, пациент заполняет необходимые документы и направляется в прививочный кабинет. Размораживается. Для вакцинации используется двухкомпонентный гамковитвак или спутник ВИ. Его транспортировка организована по принципу холодной цепи. Хранить и перевозить вакцину можно только при температуре минус 18 градусов, поэтому в село вакцину завозят ограниченными партиями в зависимости от запроса населения. Какие-то сложности при использовании этой вакцины или в принципе все как обычно? Ну, только доставка. А так все. Единственное, две делаем. Через три недели будем вторую делать. Вакцинация прошла достаточно организованно. Пока желание привиться от коронавирусной инфекции изъявили 90 несян. Все-таки возраст, общение с детьми. Мы работаем в Доме народного творчества. И хочется, как говорится, быть здоровыми, обезопасить себя и окружающих. Остальные жители смогут поставить прививку, когда в село завезут вакцину для второго этапа. Всего же по состоянию на 19 февраля в Ненецком округе от коронавируса вакцинировались 1573 человека. Первый этап прошли 1066 человек, второй – 507. В Коткино возили вакцину, в понедельник вакцину улетела в Амдерму, в Амдерме население прививали. А потом Антик, Нельминос, Красная, Телеска. В маленький населенный пункт Макарова и Куя тоже вакцину должны были отвезти. Потихоньку, небольшими партиями, мы закроем все населенные пункты. И когда будем подвозить второй этап, те, кто желает еще привиться, будут. Чтобы записаться на прививку, сельчанам необходимо сообщить о желании вакцинироваться в местное медучреждение. Жители Нарьян-Мара и поселка Искатели могут встать в очередь через портал госуслуг, либо обратиться на единую горячую линию по номеру 122. Также записаться можно через поликлинику, к которой вы прикреплены. Алина Выучийская, Вадим Стасюк, телеканал «Север».